Несомненным достоинством Т-62 является его простота, позволяющая очень быстро подготовить экипажи. Также машина ценится за гораздо более низкие требования к техническому обслуживанию и эксплуатационные расходы. Есть у Т-62 еще пару небольших преимуществ перед современными Т-72Б3. Это вес и габариты. Т-62 в последней модификации весит около 41 тонны. Т-72Б3 имеет массу уже 46,5 тонн. Иногда в бою размеры имеют значение. От размеров танка зависит его проходимость в плотной застройке. Причем Т-62 хорошо подходит и для операций в горной местности.